микрофоны. Люди всех стран и континентов. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Очень ждал сегодняшней встречи с вами. Я знаю, вы сегодня здесь имеете культурную программу, записали какие-то новые пространства, достигаете какие-то новые интересные площади. Кто-то ждет концерта, кто-то только подходит, а кто-то выбегает из магазина женского белья. Вот я сейчас вот оттуда выскочу. Очень интересно. Вот. Вообще, самое главное, я хотел бы вам пожелать сегодня, сейчас оторваться от земли по возможности. Быть веселыми, бодрыми людьми, несмотря на осень, просто ей вопреки. И послушать, надеюсь, любимую музыку. Она не заставит себя ждать. Привет всем семьям, которые сегодня решили прийти сюда. Привет всем одиночкам, кто вдруг тоже здесь сегодня. Привет просто... Уважаемый человек, привет. Признаюсь вам в любви просто.
Живое дыхание. Но! Не слышали. Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой. Но не обмани меня. Не знаю любимой. Ну и крайний раз вы. Я просто бегу за тобой. Не останови меня. Не знаю.
сильны, и мы друг для друга с тобой рождены. Вас верю. Ну что, поддержим? Только мне кажется, что будет совсем честно и резонно, если мы будем меняться с вами, передавать друг другу микрофон, слушая вас, и меня получится. Ну, например. Скажи, зачем? Да, мы не.
Держи, держи. Друзья, не опускайте руки. Давайте выше с нами. Ну, все, все! Держи, держи. Спасибо. Я сегодня еще ночью снимаю абсолютно новые видео. Вот. И завтра ночью тоже. Поэтому покой мне только снится. Да. Что такое? А, новая музыка. Поэтому я чего хочу вам пожелать? У вас сегодня тоже суббота. Завтра воскресенье. Ну, как у нас у всех, правильно? Если брать во внимание этот наш континент, широту. Вот. И смотрите, поводы для того, чтобы сегодня просто быть расслабленными каким-то на позитивной волне, очень много. Впереди выходное, друзья. Только знаете, единственное, что хочу сказать? Осторожнее с коньяком. Да. Аккуратно. Со всякими веселительными напитками. Вот. А так, все хорошо. В этом зале очень много детей, я смотрю. Привет, уважаемые будущие взрослые. Вас можно тоже услышать? Алло. Вау! Очень круто. Спасибо еще раз. Мне очень приятно чувствовать вас, видеть вашу реакцию. Я сам заточен на это. На то, чтобы, наверное, обменивался любовью. Друзья! Так и с ней называется следующая музыка. Это была любовь. Да, надеюсь, она не была, а есть все-таки. А? Да. Кто-то помнит. Кто-то услышит впервые. Это важно. Скромничайте. Эй!
Не надо. Давайте авантюру, правда, сотворим. Но теперь очень массовую, друзья. Вот, пожалуйста, каждый из вас сейчас поднимайте руку. Кто не поднимает руки, ну, кто эти люди? Кто эти скромные люди, а? С нами! Смотрите, лево-право, все очень просто. Еще! Друзья, но не все подняли руки. Я уже вижу каждого в лицо, запоминаю. Воу, шлю добро. Как кровь пошла по венам. Стало интереснее, правда? Ну, я правда отвечаю за слова. Есть прямая зависимость от того, насколько вы двигаетесь, и так поднимается настроение. Я в этом уже, честно, аз 18 лет на сцене. Друзья, а сейчас, даже не знаю, давайте, наверное, ту музыку, которая начинается со слова «Пьяная любовь». Я с опаской. Выражение. Не-не-не-не, вы для себя все это делаете, правда, не для меня, честно. Эй, кто еще раз вижу грозящий палец. Конечно. Отец серьезный.
Спасибо. Благодарю. Как вам так просто сказать? Молния, друзья! Все очень просто здесь. Мы будем вместе, как в такой красивой голове помещается столько отвратительных идей. Вы! Правда, нет слов, спасибо. Мне очень приятно. За то, что вы — это вы, за то, что сегодня вы здесь, за то, что мы с вами присутствуем при открытии чего-то очень интересного, нового, такого большого, как космический корабль. Мне кажется, что здесь можно спасаться от различных всяких катаклизмов, друзья. Да, именно. Ну что? Сделаем с вами невозможное возможное. Я знаю точно, невозможно, невозможно, кто помнит. Сойди с ума, влюбиться, так неосторожно. Продолжай. Thank you.
ответ. Я сделал выбор сам. Даже мне последний шанс. Я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Либо совсем ничего не делать, честное слово, так в любой профессии и в абсолютно в любых действиях. Хочу вас слышать! Пауза. Максимум. Максимум от вас все-таки. Слышь. Снова наседая, никак не отпускает. Ой, как будто бы я вас забыл, но нет. Пробелы черозы, желтые тюльпаны. Я чему-то слышу совсем. И снова наседая, никак не отпускает меня.
Еще раз повторюсь, какое приятное, замечательное место. Здорово, что вы сегодня здесь, мы сегодня здесь. А еще, кстати, я могу вам напомнить, что 6 и 7 ноября в Крокусе приходите. Я тоже устрою шоу, еще какое, посмотрим. Запомнили? Давайте, возьмите на заметку. Ну, а сейчас одна из самых главных музык, вообще, по-моему, уже не побоюсь этого слова, поколение третьего. Спасибо большое, сам себя похвалил. Вообще не себя, а музыку, вы знаете, она заслуживает. Совершенно другим он стал, летним, солнечным, другим вечером вообще абсолютно. Все было.
друзья. Артур, Александр. Маленьких самых поклонников лично тебе поаплодируйте! Благодарю! Кто вас отправил? Нет никаких заказных, я все лично. Все от тебя, все от сердца. Я знаю, на самом деле, догадываюсь.